Бабушка новоиспеченной супруги Сергея Безрукова предположила, что Анна Мадисон уже беременна. По ее словам, пара мечтает о ребенке. В жизни Сергея Безрукова и Анны Мадисон 11 марта произошло радостное событие. Они узаконили отношения. Бабушка Анны сообщила, что влюбленные сохраняли интригу до последнего. «Я только через пару дней узнала об этом», – дочка сказала мама Анны. А дочь узнала от них по телефону, уже как свершившийся факт. Просто пошли и в перерыве между работой расписались. Да и не хотели они шумихи, не выставляют свои чувства на показ. К тому же это не первый брак у обоих, – пояснила бабушка режиссера. Октябрина Павловна предположила, что побыстрее расписаться Сергея и Яны решили из-за беременности. Правда это или нет, скоро узнаем. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!